Жить нужно комфортно и красиво, именно поэтому управляющая компания «Североморскжилкомхоз» работает на благо местных жителей. Сейчас рабочие проводят косметический ремонт в домах, находящихся в ответственности организации. Жители дома номер 30 по улице Северная Застава в Североморске уже наслаждаются долгожданным обновлением. Недавно в подъездах и входных группах девятиэтажек сделали косметический ремонт, заменили почтовые ящики, установили энергосберегающие светильники. Новые современные стеклопакеты заняли место старых окон. Но такое обновление удалось выполнить не везде. Работу усложняют самодельные кладовки. Единственное, есть нюанс установленной кладовки, к сожалению, поэтому не везде получилось. Но собственники увидели, что стоят пластиковые окна там, где это возможно. И, естественно, уже есть заявки, которые люди готовы свои кладовки разобрать. Так как это, собственно, их имущество, мы бороться в данном направлении сильно не можем. Кроме того, жильцы одного из подъездов по собственной инициативе установили видеонаблюдение. Для личной безопасности и чтобы вандалы не испортили свежий ремонт. Ведь североморцы им очень довольны. Такие успехи достигаются благодаря тесному взаимодействию управляющей компании и председателя совета многоквартирного дома. В течение уже полутора лет, я считаю, что достаточно эффективно и с хорошим результатом работы с управляющей компанией. Поэтому выполнен ремонт, начиная с кровли, заканчивая подвалом. Такие объемы выполнены впервые за 35 лет с момента постройки дома. А в одном из двух подъездов 11-го дома по улице Сизова ремонт только начался. Через две недели жильцы увидят результат стараний управляющей компании. Будет заменена входная группа, осуществлена покраска, штукатурка, изоляция, гидроизоляция будет положена на козырек. Всего в этом году управляющей компанией «Североморскжилкомхоз» запланирован косметический ремонт порядка 40 подъездов. Работы в 20 из них уже завершены и очень успешно, без нареканий. Обновление ведется четко по графику.